Калифорнийский Хантингтон-Бич – излюбленное место серфингистов. Здесь проводят много элитных соревнований по серфингу, включая крупнейшее в мире. Однако на днях в центре внимания здесь оказались серферы-четвероногие. На протяжении 3 дней знаменитый пляж принимал соревнования по собачьему серфингу «Surf City Surf Dog», уже 5-й по счету. Участвуют несколько сотен собак разных пород и размеров. За звание хвостатого покорителя волн соревнуются в 4 категориях в зависимости от веса. При этом четвероногих серферов оценивают за различные навыки, включая продолжительность заплыва и уверенность на доске. В этом году соревнуются даже в парном заплыве. Собачий серфинг стал уже настолько популярным, что зоомагазины начали предлагать специальную экипировку. Доход от проведения этого соревнования пойдет в фонды ряда организаций помощи животным.